3-4 перешли. Угу. Сделали все то же самое по второй позиции. Три раза поднимаемся. И раз ножка, и два вперед, и 3-4. Встали в четвертую. Помним про вытяжение в корпусе и про сохранение ровности позиции. Три раза встали на полупальчики в четвертой позиции. И раз, два, три, четыре, закрыли в пятую. Три раза поднимаемся на полупальцы на релеве в пятой позиции. И после мы с вами сделаем упражнение на баланс. Мы с вами застынем в пятой позиции, поднимем ручки в третью и постараемся устоять до конца музыки. В конце музыки мы аккуратненько сойдем по правилам, ручки через вторую позицию, закроем вниз. Так, хорошо. Пауза.